Редкое единодушие. В Фурмановской администрации состоялись общественные слушания по вопросу внесения изменений в правила землепользования и застройки городского поселения. На повестке дня включение в основные виды использования производственной зоны ПК-1 объектов торговли. Так как объекты ранее использовались под производственные цели, разрешено использование для размещения производственных зданий. Намерение заявителя, собственника данных объектов передать в аренду пустующие площади для организации розничной торговли. Зоной ПК-1 предусмотрены предприятия оптовой, мелкооптовой торговли и магазины розничной торговли по продаже товаров собственного производства предприятий. Инвестор уже несколько лет плотно занимается преобразованием помещений фабрики номер 1. Результаты, как говорится, налицо. Два этажа заняты текстильным производством. Компания «Фаберлик» уже разместилась. Еще одна по пошиву постельного белья и домашней одежды скоро сюда переедет. На 1/8 части площадей развернется торговля и развлекательные зоны. Я думаю, что этот центр, который здесь сейчас образовался, вот, в котором мы вложили деньги, которые провели в реконструкции, я думаю, он идет на благо людей, вот, потому что на втором этаже мы тоже планируем открыть нормальный центр, это уровня Иванова, так скажем, областного центра, чтобы была развлекательная часть, там была такие представленные виды услуг, как химчистка, ну и прочее, прочее, прочее. Ну и в дальнейшем мы продолжаем развивать свои производственные мощности, поэтому я думаю, что здесь и производство, и торговля будут увязываться. К инвестору собравшихся представителей общественности вопросов не было. Все единогласно признали, необходимо изменения в документ внести. Обычно, да, всегда народ присутствует. Естественно, перед проведением публичных слушаний выносится постановление о проведении данных публичных слушаний через средства массовой информации. То есть население наше оповещено и принимает активное участие. По завершении публичных слушаний в прессе будет опубликован соответствующий протокол, и в установленные законом сроки специалисты внесут изменения в правила землепользования и застройки. Для инвестора это возможность открыть новый вид деятельности. Технический момент улажен, модернизацию фабрики номер 1 города Фурманов можно продолжать. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Фурманов.